Вот этот главный организатор, даже два организатора. Да. Добрый день, товарищи, друзья, джиперы, фолловеры. Да, вот здесь весной у нас проходили соревнования. Вот это было одно из препятствий. Но было, конечно, намного более влажно. Вон, видите, тут видно, что Рубилово было не детское. А тут Toyota сидела, все тут сидели слева. Сегодня мы с крыши Grand Cherokee снимаем, у вас не готов. Тут на нем, в принципе, и делать нечего особо. Так, первый участник на старте, Hummer H2. Сейчас посмотрим, что он покажет. Поехал. Да, ему. Ему сложновато, конечно, по ширине. Да и по радиусу разворота. Что там, он все посбивал или нет? Значит, это самое удачное место. Это точно. Иди сюда остановить. Да, вот и по радиусу не проходит. Встань. И все. Вон, смотри, как тут будет. Все, становись сюда и смотри. Что там, он забыл, как передача включается? Или? Сзади не механика. Ну да. Хорошо, да? Блин, звуки у него как у бомбардира X3. Там собака заминировала финиш. Да? Да. Это хорошо к победе, значит. Собака, говорит, заминировала финиш. Сейчас он как раз на мину будет наезжать. Смотри, сейчас как народ будет реагировать. Да, сейчас FG. Сейчас кого-то здесь. Сюда сброшу и все. О, смотри, машина поехала. Смотри. Ну тут полегче, конечно. Колесная база меньше, машина поуже. Ну, вы все сами видите. Да, с погодой немножко не повезло нам, да? Прошел.
Да, вписался, красавчик. Интересно, конечно, сравнить на самом деле результаты по автомобилям. Посмотрим сейчас. Тоже поедем, проедем. Пока все аккуратно. Тут дают фору. За рулем пилотесса Марина. Вы ее видели по нашим видео. Автоматическая трансмиссия здесь, кто не знает. Все намного проще. Ну, посмотрите, как подвеска сейчас будет видно. Как работает. Да, тут на прямиках вообще. Это больше дядя, точнее, это гора, дядя Саня, который вас катал. Ну да. Ничего, первый заезд тренировочный. Так, ну вот реальный претендент на победу. В прошлый раз, когда были здесь соревнования в мае месяце, он выиграл. Но был немножко другая трасса. Ну, потенциал есть 3,9, V8. Так, ну когда же он поедет? Ёлки-палки, что ж там происходит? Наконец-то. Что-то он как-то его покачивает из стороны в сторону. Блин, ну быстро, я даже не успеваю камерой за ним следить. А что, он на механике или что? Да? Что-то там немножко... Что-то там не то, короче. Пока. Ну, сейчас может наладиться. Все равно немедленно. Вот, что-то подрегулировал он там трансмиссии. Поехало совсем повеселей. Тут надо, конечно, траекторию четко выбирать. Вот он пытается выбрать ее правильно. Уже поздно.
Что-то он там заблудился, да, или нет? Какие-то у него рваный ритм, я понял. Может, его укачивает? Он не может сосредоточиться из-за этого, да? Я думаю, Макс на Ниве выиграет все-таки. Вот сейчас главная звезда нашего дня, которую вы уже знаете и любите, я надеюсь. Это Нива за 11 тысяч долларов. Сейчас я буду смеяться, если она секунд на 20 всех ставит. Она может реально. О, пошла движуха. Идет зато как, посмотри. Критикует он решение человека. Это каждого свое решение. Кому на сотках, кому на нивах. Может, он купил ее, чтобы победить сегодня, ё-моё. Да я тебе говорю, реально шансы у него максимальные. Красавчик, красавчик. Давай, Макс, мы за тебя болеем. Ничего страшного. Идет очень быстро все равно. Хорошо идет, хорошо. Ну давай, давай, давай. Идет пока на лучшее время, я думаю. Красавчик. Сейчас. Да все нормально. Красавчик. Время Нивы, скажите. Так, следующий участник. Минута 51. Лучшая, да, пока? Пока, да, лучшее время. У Нивы пока лучшая. Ну, сейчас Рекстон, конечно. У Нивы лучшее время. Так Марина ж вне зачета, тут же мужская категория. Мужская и женская же отдельно. В принципе, она фартук может одеть, в принципе, да. Пишется, интересно. Красавчик. Машина одна из самых больших. Что значит правильная траектория. Молодец. Сейчас и время будет неплохое. Тут
потеря, конечно, прилично идет. Ну вот сейчас эта легендарная машина покажет, что могут УАЗы. УАЗ в стоке полном. Ну, шины не стоковые. Инсатурбо. Начало резвое. Ох и валит, ох и валит. Будет весело, если у вас с Нивой всех порвут, блин, это. Ну, звук вы слышите, я думаю. Красавчик. Чуть потерял, но все равно очень хорошо идет. Толян молодец вообще. Учитывая, что это первый заезд, то вообще отлично. Тут потери у него минимальные, вообще нету. Сейчас время спросим. Красавчик. Время! Ну, Нива завелась. Долго маслала. Если бы не завелась, наверное, бы не поучаствовал. Есть старт. Нива на заднем приводе. Мост вчера порвали. При тренировках. Впереди что-то грохочет. Редуктор передний, наверное, рассыпается. Время у всех где-то близко очень, то есть говорит о том, что трасса уравнивает, конечно, возможности автомобиля, хотя на вид она простая, но за счет вот поворотов. И узких ворот приходится маневрировать. Ну вот тоже простое место вроде. Вынос большой, колес отрицательный из-за этого, конечно. Опять ошибка. Да, результата уже хорошего не будет. Thank you.
всегда, я вам скажу, судя по, ну, знаю прошлые моменты по таким подобным соревнованиям, каждый круг следующий быстрее предыдущего. Причем ощутимо быстрее. Не знаю, как будет здесь, но сейчас посмотрим. Ну, конечно, за счет из-за габаритов сложнее немножко хаммеру. Чуть не упал я с гранчероки только что. Ох и валит, ох и валит. Он со своим жильем даже выступает. Вон на крыше у него палаточка. Вдруг привал сделать. Тут молодец, траекторию правильно взял и прошел. Красавчик. Несмотря на габариты. Но тут, конечно, сложней. Пройдет? Не, сложно тут. Давай, давай, жги! Сжечь пока не удается, конечно. Блин, трассу расширяет реально. Так, FJ второй круг. Я думаю, второй должен быть повеселее, конечно, значительно. Все-таки 4 литра, мотор легкий. Машина быстрая. Давай, давай, давай! На, там музыка у нас не слышит. Пройдет. База, кстати, колесная не очень большая у FJ. Красавчик. Красавчик. Я прошел сложные места без потерь. Молодец. Давай, 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 давай. Отлично. Так, Discovery опять второй круг. Первый раз что-то там с трансмиссией неправильно было отрегулировано. Я думаю, сейчас будет интереснее заезд. Так, результаты FJ пока нам не сказали. Сейчас еще раз попрошу в рацию. Результаты FJ скажите.
габариты чувствует, кажется, вроде все просто, на самом деле надо четко траекторию держать, конечно. Прошел, хотя колесная база у него достаточно небольшая, как для такой большой машины. Финиш почти. Ну что, определился лидер. Ну, это тоже один из лидеров. Но FJ минута 44 проехал. Где-то на 10 секунд. Ну, почти на 10 быстрее лучшего результата ближайшего. Ну, на кого-то на 10, кого-то больше, кого-то чуть меньше. Ну, из 50 вышел, из минуты 50, то есть, ну, вот реальный претендент, я думаю, сейчас вы узнали эту машину за неимоверную цену купленную. Да не, ну, нормальная цена, машина новая. В Германии, говорят, 14 тысяч евро стоит, не знаю, насколько правда или нет. Ну, наверняка, да, с кондиционером, еще с чем-то. Видите, какой ажиотаж сразу вокруг нее, обратите внимание. К нему возле ни одной машины такого количества не было фолловеров. И вот он пошел. Сможет улучшить результаты в Джея, будем надеяться. Если где ошибок не сделает, шансы есть. Колеса новые, красивые, буквы белые, диски черные, красота. Так, ну. Пока все четко, молодец. Звуки, конечно, издает, что-то где-то складывается. О, тут жестко уже, я вам скажу. Но ничего, результат будет хороший. Нива для этого и бралась, чтобы не сильно было больно, потому что на FJ после каждой покатухи выскакивают там ценники, не буду говорить на камеру, но хорошие. Блин, просто красавчик вообще. Вот он, наверное, лидер. Смотрите, ажиотаж сразу какой. Все пошли к нему. Они-то не видели, как он ехал. Мне-то отсюда все видно сверху. Даже, наверное, сейчас вернусь ради интереса. Бомбардир Maverick X3. Но это будет серьезно сейчас. Кто там за рулем? Так, X3 уже готов. Там была задержка небольшая. Я думаю, второй заезд будет меньше ошибок. Мелких.
Ну тут, конечно, если бы основной пилот ехал, то было бы, наверное, из минуты 30, а может и быстрее. Опять ошибка небольшая, но еще одна. Финиш, красавчики. Так, ну Нива теперь заряжена на заднем приводе. Вторая попытка, первая была, конечно, не ахти. Дедушка уже не тот, тут подсказывает. Минута 39, 40. Ого, минута 39 из минуты 40. Нива за 11 тысяч всех вставила, FJ на 5 секунд. Минута 39. Просто нереальный маньяк. Красавчик. Вот вам и Нива. Вот вам другая Нива. Вот вам и результат, почему люди покупают Ниву. Сильно доделывать не надо, победить. Не, сильно, да. Сильная доработка Ниве вредит. Ломается она. Выворот становится какой-то, как в КамАЗе, наверное, больше. Радиус разворота, я имею в виду. Видите, не один поворот, даже там, где очень просто, где Хаммер проходил. Нива не входит. Ну да, гидроусилителя нет, забыл я вам сказать, в этой Ниве. Это ее, конечно, серьезный недостаток. Очень тяжело рулить. Руль маленький там еще стоит. Что-то какое-то блуждание тут началось. Попробуем на Гранд Чероки проехать. Да. Опустился этот ведущий агрегат современности. Шел красиво. Я думаю, сейчас покажет он результат. Намного лучше. Были там ошибки небольшие. Призы должен попасть. Посмотрите, как валит. Thank you.
Но результат хороший должен быть. Вот это исполняет. Красавчик. Красавчик, блин. Думаю, второе место. Точно. Красавчик просто. Специально сказать время. Сейчас, Диана, не могу найти. Минута 44. Просто, блин. Повторил результаты в Джея. Красавец. Вот этот у вас. Это вообще. Так, ну теперь мой заезд. Попросил, чтобы меня сняли. Друзья, неплохо сняли, я вам скажу. Все видно. Ну это, сейчас какой, это первый мой, я два подряд заезда делаю сразу. Потому что пока снимал, ну чтоб снимал с крыши, чтобы два раза не переезжать. Не тратить время. Ну, первый такой более медленный, аккуратно. Посмотреть, где какие места на трассе. Где можно ускориться. Ну, такая достаточно ровно, конечно, было. Амортизаторы роль играли, но больше двигатель, конечно. Здесь на первом круге. Тут еле-еле вписался, а вот здесь не хватило вписаться. Сбил ограждение. Ну, второй и третий заезд будет еще лучше, быстрее. То есть получилось где-то по 10 секунд. Каждый следующий улучшал я время. Ну, это естественно, знаешь траекторию, знаешь уже немножко трассу, сразу намного легче все происходит. Сразу второй заезд после первого. Я два подряд. Ну, тут уже так побыстрее улучшил, да, здесь. Время даже визуально видно немножко быстрее, ошибок меньше. Единственное место, где потеря времени, был переезд такой неровный. Здесь все четко. Да, было бы намного зрелищнее, интереснее, конечно, если бы было сыро. Так, видите, сухо полностью, пыль. Но все равно молодцы, ребята, трасса очень приятная получилась. Еще раз, я не знаю, говорил я там или нет. Приятная. Ну, как-то грамотно так. Я не знаю, кто ее... Вот здесь потеря времени. Кто ее расставлял, выставлял. Ну, такое вот ощущение. Ну, вот прямо до миллиметра все выставлено. То есть попадаешь четко поворотом. Вот даже, ну, моя не сильно маленькая машина. Такая, скажем, выше, больше средней. И четко... Траектории, если все делать правильно, четко попадаешь в траекторию. Вот здесь даже, ну здесь плохо видно, вот перед финишем тоже такая змейка и очень в притирку к обеим столбикам. Вот сейчас следующий будет. Так, вот ТВшка. Там, кажется, пилот теперь основной за рулем. Сейчас мы почувствуем разницу в возможностях автомобиля. Я старался, проехал, наверное, с лучшим временем. Вот так. Легла на бочок. Они прилегли на бок. Идите помогите, пацаны. Перевернулся. Блин, Гранд Чероки устойчивее как-то. Сейчас вдвоем вернут ее на колеса. Ну, машина предназначена для таких движений, так что ничего страшного нету. Сейчас ребята помогут.
Олег, не убейся, хрен с ней, с той машиной, Олег, блин. Олег бежит, чуть не убился. Они вдвоем справились, смотри. Ну, не совсем вдвоем, но... Что-то не хватает устойчивости. Колесная база длинная, что-то в районе 2700 я насчитал. Надо померить более точно. Можно посмотреть в интернете, конечно, можно не мерить. Ну, продолжение пошло. Ну, уже, конечно, время не покажет, но еще заезд можно будет сделать. Интересно, как в этом месте подвеска такой ход, что зум не успевает за ним, или я не успеваю. Да, красавчик. И заезд, я так понимаю. А это ж, да, другой пилот был. Ну, блин. Вот тут надо просто, понял, закладывать, ну, правильно. Красавчик. Трассу, в принципе, ребята молодцы, сделали достаточно грамотно. Сбивает скорость. Молодец, хорошо. Так, FJ на старте сбил вешку, но пытается дальше улучшить время. А, да, воды попить можно. Он на заднем, наверное, тоже, да, на заднем, судя по закладыванию. Там регистратор выключен, Юра, вроде выключил я. Что это за звук был? Да нет, для гранаты сильно звонко. Да? Сильно громко, точнее. Тут можно чуть быстрее уже переезжать. Чуть раскатали. Сейчас попробуем еще улучшить, конечно, время свое. Сейчас, секунду. Финиш. Давай. Так, третий круг не начался, продолжается. Discovery, я думаю, уже сейчас пойдет на результат, наконец-то. Ну, он тут прошел шустро. Потом сбросил. Да, автомат в таких мероприятиях, конечно.
Расширил трассу или что? Домой, простите. Так, вот опять у вас. Результат был очень приличный. Я думаю, сейчас третья попытка будет самой яркой. Тяжело, конечно, на УАЗе V8 обогнать, но нет ничего невозможного. Пилот красавчик. Да, вот тут не хватает мощности задрифтить. Так, и вот мой третий решающий заезд. Ну, конечно, бомбардир Maverick X3 обогнать, ну, нереально фактически. Конечно, не знаю. Может, какие-то, если Фоксы у меня стояли. Валить на все деньги, но все равно, наверное, не получится. Он у меня выиграл. Сколько он у меня выиграл? 13 или 14 секунд, не помню уже. Ну, это фактически невозможно, конечно. Хотя у него колесная база достаточно большая, то есть, ну, вот тут уже более четко все прохождение. Тут сам у себя еще секунд 10 отыграл, то есть. Здесь еще можно было добавить, ну, в принципе, вот тут финишный участок, максимальная скорость, вот здесь можно было не сбрасывать тоже, ну, так не хочется кувыркнуться лишний раз. Здесь тоже. Ничего получилось. Да, хотя у бомбардира колесная база, не сказал я, тоже вот достаточно большая, там около 2700 миллиметров. Вот тут на два колеса немножко стал. Ну, в общем, неплохо получилось все.